Друзья, всем привет! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Сегодня мы начинаем прохождение Far Cry 5. Усаживайтесь поудобней, всем приятного просмотра. Монтана. Страна холмов и гор. Штат сокровищ. У Монтаны много названий. Для меня это дом. Мой родной край. Родной и безумно красивый. Потому здесь легко не заметить человеческую подлость. Добрый день, брат. Поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие. Фанатики. Секта. Натуральная секта, блин. Коллапс близок, дети мои. Сперва они купили все наши фермы. Потом радиостанцию. А напоследок прибрали к рукам сраную полицию. Они создали теократию. Прямо здесь. У нас под носом. Власти нас не спасут. Никто не спасет. Вообще никто. Требуют, чтобы мы спасли эти заблудшие души, хотят они того или нет. Все отказываются верить в то, что это секта. Люди напуганы. Одни захотят навредить нам. Другие — разрушить все, что мы с вами создали. А третьи — предать нас. Мы не знаем, на что он способен. Стой. Кто? Их лидер. Иосиф Сид. Для них он отец. Лишь глупцы не помогают проекту. Они не верят. Они слепы. Прошу. Нет. Но они прозреют. Слышишь меня? Да, слушаю, Жирев. Если через
15 минут не выйду на связь, вызывай всех. Если придется, вызывай нас в гвардию. Прием. Так точно. Я вас думаю. Слушайте все. Три правила. Держитесь рядом, не доставайте оружие и помалкивайте. Ясно? Понял. Талага. Внимание. Не зевать. Идем. Он будет в церкви, не отставай. Смотреть в оба. Их легко спугнуть. Салага, сюда. Спокойно, ладно? Что они здесь делают? Тихо! А ну, успокойтесь! Этому не бывать. Вас это не касается. Не вмешивайтесь. Шериф, дело плохо. Все в порядке, Хадсон. Все в полном порядке. Боже мой. На вас есть значки, верно? Да, но здесь не особо уважают значок шерифа. Зато ствол они будут уважать. Не все проблемы можно решить оружием, Маршал. Уйди! Что вам здесь надо? Мы не хотим иметь с вами дело. Он решил убить отца. Да, оставь же нас в покое. Уймись. Отец что-нибудь придумал. Тихо, Маршал. Давай лучше сделаем по-моему. Без шума. Спокойно. Ясно? Ясно. Хадсон, двери. Прикрой нас. Сюда никто не должен войти. А ты со мной. И да, ну, не наделай там глупостей. Остыньте, шериф. Про вас скоро в газетах напишут. Все хорошо. Что-то случится. Вы чувствуете, да? Что мы приближаемся к краю пропасти. Что грядет час расплаты. Вот зачем нужен проект. Мы знаем, что случится дальше. Они придут. Чтобы забрать все. Забрать оружие. Забрать свободу. Даже веру. Но мы им не позволим. Шериф, еще рано, Маша. Не позволим их жадности, их безнравственности, их порочности одержать верх. Шериф, мы больше не будем страдать. Все такое. Иосиф Сид, у меня ордер на ваш арест. По обвинению в похищении с умыслом на причинение вреда. Живо выйдите вперед и держите руки перед собой. Вот они, саранча в нашем саду. Они пришли за мной. Пришли, чтобы забрать меня у вас. Чтобы разрушить все, что мы строим. Спокойно. Оружие сейчас ни к чему. Вы! Так, всем стоять. Пушки на землю. Всем стоять. Пушки на землю. Успокоились. Мы ждали этого момента. И мы подготовились. Все. Все. Бог не позволит им забрать меня. Я видел, что Агнец снял первую печать и услышал громовой голос одного из четырех животных. Иди и смотри. Выйди вперед. Я взглянул. Его. Бог защитит меня. Салага, браслет на него. Иногда разумнее всего просто уйти. Пошли. Так, друзья, мы арестовали этого психопата и ведем его
Я так понимаю, вертолет. Нужно сваливать отсюда. Маршал, вперед! Мы пойдем справа. Вы не посмеете! Понял. Мы не позволим! Сходить с пути! Да, сходить с пути здесь опасно. Собаки, сектанты, оружие. Друзья, мы потерпели крушение на вертолете из-за этих психопатов, особенно из-за того, который прыгнул в вертушку прям. Сказал, что Бог не даст меня забрать. Прошу, скажите, что там случилось? Диспетчер. Ох, Боже. У нас все хорошо. Не надо никого звать. Да, отец. Храни тебя Бог. Никто не придет на помощь. Отец спасен под сенью крыльев Господа. Все идет согласно плану Господа нашего. Я все еще с вами. Первая печать сломана. Коллапс начался. Мы возьмем все, что нужно. И сохраним, что имеем. Убьем всех, кто встанет у нас на пути. Они, вестники Рута, узрят истину. Нужно валить отсюда. Да начнется жатва! Не трогайте! Так, друзья, нам нужно бежать, я так понимаю, а то нас убьют. Бежим. Что-то не очень спешно бежит наш герой.
По крайней мере, за нами никого нет. Индикатор не показывает, что нас кто-то видит. Так, скрытность. Да, понятно. Так, гора снаряжения, говорят у них. Отлично. Я нашел. Нашел Мэтью. Все плохо. На него напали. Он мертв. Грешников нужно найти. Встретимся на лесопилке. Одного мы вырубили. Давайте пройдем через дом. Да что ж такое, застряли мы. Ага, все, отлично. Пробираемся сквозь лес. Бежим. Выжил один из полицейских, вернее, маршал тот выжил. Нам нужно с ним встретиться. Так, что здесь? Боеприпасы. Забираем все. Я думаю, они пригодятся. Сектантов много. Так, ну что, пойдемте. О, боже мой! Ты... прости. Думал, тебя схватили. Пошли. Пошли. Давай. Проверь тут все. Да тут вроде нет никого, друг. О боже. Ничего себе. Твари. Мы посадим всю эту семейку. Всю семью. Долбаные психи. Да уж. Мы выберемся отсюда. Но сначала нужно оружие. Держи. Так. Делаем вот что. Там есть дорога. Едем по ней на северо-восток. До Мизулы всего пара часов езды. А потом мы вернемся сюда с Национальной гвардией и уничтожим всех. Проверь в трейлер. Так. Хорошая идея, друг. Нас, походу, нашли. Да, друзья, нас нашли, и мы сейчас будем их убивать. Идеально. Вот он. Одного нет. Вот еще один. Еще один. Патроны кончаются безбожно быстро. Так. У меня ключи от тачки. Ключи от тачки — это хорошо, чел. Да кто тут? Давай, давай, братан. Я еду с тобой. Меня зацепило, правда. Где они? Разберись с ними! Так, отлично. Давай, давай, давай. Ты как там? Гони! Гони, гони! Без тебя я бы сдох! Сзади чисто! Но надо быть осторожней! Не
не знаю, кому и верить. Чёртова Нэнси! О, нет! Гони, друг, гони! О, нет! Дороги перекрыли! Вижу! Держи! Давай на пролом! Что ж такое-то? Есть! Сзади еще! Где сзади-то? А, вижу. Держи ровнее, ровнее держи. Ловите, гады! Ловите! Друг, держи ровнее, я не могу в него попасть. Где справа-то? А, вижу. Где самолет? О, черт. Прячемся. Вот еще некоторые товарищи. О! Ништяк! Давай, 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 гони! Гони, гони, вот эти гады! Подожди, перезарядка! Спереди, спереди! Все отлично! Они не доберутся до нас. Ух! Справа, справа! Вижу, 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 вижу! Отлично. Долбаные психопаты! Светлые да что ж ты творишь-то? Держи ровнее. Впереди! С пулемета. Они издеваются! О нет! О нет, 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 нет! Господи, берегись! О, черт! Мы тонем, друзья. Надо выбираться из машины срочно. Плывем на свет. Мы живы. Черт, маршала схватили. Опа. Дети мои, возблагодарим Бога. Возблагодарим день, который я предвидел. Наконец, день, который я предвидел. Наконец, все, что я предсказывал, сбылось. Стражи порядка, что хотели разлучить нас. Их всех перевели в нужные руки моих родных. Почти всех. Нас кто-то связал. Вы, мои дети, вместе мы придем. Знаешь, что происходит? Они перекрыли дороги. Они оборвали провода. Они лишили долину связи с внешним миром. Короче, мы все в полной жопе. Проклятый коллапс. Они верят, что грядет конец света. Они ждали его. Давно.
ждали того, кто придет, чтобы осуществить пророчество и развязать священную войну. Ну, у вас получилось. Разумнее всего было бы отдать тебя им. Черт. Чувак, не делай этого. Правильный выбор. Снимай свою форму. Ее надо сжечь. Там чистые вещи. Как переоденешься, приходи ко мне. Будем думать, как нам вылезти из этой жопы. И что ж, друзья, нам повезло. Мы попали к какому-то доброму человеку, я так понимаю. Ну, как доброму. Не совсем, конечно, но он нас не сдал. Это уже плюс. Так, выберите элементы. Так. Ага. Настройка главного игрока. Так, ну мне нравится, наверное... Нет, это какая-то странная... Похож на Макс Пейн. Да, вот этот вот похож на Макс Пейн. Правда, немножко смугловат какой-то. Ну-ка, а этот? Нет, давайте все-таки вот этого. Цвет кожи. Ну, давайте загорелым, что ли, его сделаем. Так. Это прическа? Давайте все-таки оставим его лысым. Будет Макс Пейн. Да. Так, а теперь, наверное... А, это одежда. Давайте с флагом возьмем. Так, ноги. Что у нас здесь есть? Темные хаки. Давайте хаки. А, мы в хаке. Головной убор. Пусть будет цвет... Нет, давайте темненькое возьмем. Руки. О, смотрите, какие прикольные перчатки. Со скелетом. Отлично. Так, ну все. Подтверждаем. Нет, мне не нравятся эти штаны. Давайте темные. Ну, наверное, все. Да, все окей. Итак, он нам сказал, как переоденетесь, подходите, будем что-то выяснять. Как нам поступить дальше? Но я предлагаю, прежде чем к нему идти, давайте мы посмотрим, что здесь есть. Так, аптечку взяли. Угу. Так, ну здесь взять нечего, можно что-то послушать. Ну давайте. Эй, меня кто-нибудь слышит? Сектанты налетели, как саранча. Бросают людей в грузовики, хватают еду. Вокруг грохочут выстрелы. Люди гибнут. Прошу, помогите! Не знаю, сколько мы еще протянем. Если у вас есть оружие, мы ждем вас в Олд-Энде. Иоанн решил занять город. Так, ну все понятно. Мы понимаем, что сектанты вышли из-под контроля и не дают никому нормальной жизни. Письмо Датчу. Угу, понятно. Так, что еще можно здесь прибрать к рукам? Смотрите, какой плакат. Угу. А это что? Реклама пива.
Вот еще плакат. Так, а вот дверь. Нужен ключ. Понятно. Дача у нас, я так понимаю, в этой комнате. Подождите, давайте посмотрим, что здесь. О, лопата. Хорошая вещь. Возьмем. Ладно, дальше не пойдем, пойдемте к нему. А то так можно далеко уйти, я так понимаю. Элай, ты здесь? Элай, ты меня слышишь? Это Дач. Ответь, прием. Элай. Так, смотрите-ка. Это сектант, я так понимаю. Иосиф Сид, отец. Главный психопат, я так понял. Ах, хрень бесполезная. Это кто? Вера Сирена. Угу. Так. Солдат. Я кто-нибудь слышит, это Дач. Прием. А это... Креститель. Понятно. Кто-нибудь? Я говорю. Привет, друг. Есть разговор. Я не успел толком представиться. Все зовут меня Дач. Я пытался разобраться, что происходит. Мы в жопе. Да, понятно, что мы. Мне удалось выяснить, что твои друзья живы. Пока. Их разделили. Каждого передали в руки одного из членов семьи Иосифа. Ясно, что ты хочешь спасти их. Я тоже терял друзей. Но помощи ждать неоткуда. Когда все узнают, что здесь происходит, будет уже поздно. Уверен, многие захотят сражаться против эдемщиков, только нужно показать им как. Мы организуем сопротивление. Для начала мы возьмем под свой контроль этот остров. Когда нам будет где развернуться, решим, что предпринять дальше. В сейфе лежит оружие и карта. Возьми их. Я свяжусь с тобой по рации, как разберешься. Так, оружие и карта, друзья. Ну, оружие это уже хорошо. Давайте возьмем ключик. Берегись. Так, что это? Селектор оружия. Это мы понимаем. Тебя вокруг полно святош. Придурки готовы отдать жизнь за своего лидера-психа. Да, окей, я уже понял, что они готовы на все. А ключик, наверное, все-таки от двери, которую мы вот здесь видели. Да. Открываем. Что-то здесь интересное. Боеприпасы. Письмо Дачу опять. А, это то же самое письмо. Черт. Так, ну и что, и все, что ли? Это все, что здесь было? Боеприпасы? Как-то скудно. Очень скудно. Точно все. Да, друзья. Немного, немного. А что это? А, это мы читали. Так, ну пойдемте, видимо, здесь только выход-то один. Так, ну мы здесь были, мы брали лопату. Пойдемте дальше. Что это? Это гаечный ключ. Ну-ка. А что здесь? Ну ладно, пойдемте. Так. Ух ты, как светло-то. Черт, ну мы в бункере были. Представляете, мы в бункере были. Слушай, если ты хочешь организовать сопротивление, ты должен кое-что знать. Есть несколько способов сделать это. Первый. Освобождай тех, кто попал в плен к сектантам. Может, статься, эти ребята поддержат тебя, если помочь им. Второй. Уничтожай имущество святош, оно теперь повсюду. Черт! Да даже на этом острове уже два их алтаря. Третий. Помогай местным. Здесь полно тех, кто сражается с сектой по мере сил. Им пригодится твоя помощь. И последний. Если тебя так и тянет в бой,
захватывая аванпосты святош по всему округу. Таким образом, у нас появятся базы, с помощью которых мы дадим отпор сектантам. Так, друзья, ну как все как всегда, помочь местным жителям, уничтожить собственность, выполнить задание и освободить аванпост. Пойдемте, у нас... У меня камеры по всему острову. Если где-то что-то происходит, я это вижу. Пока что поезжай на юг и убей всех эдемщиков, которые попадутся тебе на глаза, ну и помоги тем, кому нужна помощь. Отбой. Помощь. А вот и помощь нужна, видимо, человеку. Я была такой же, как они, злой и напуганный. Но Иосиф все изменил. Зря я залез. Отвечай! Надо распределить грешников. Одних к Иакову, других к Иоанну, третьих к Вере. Да. Давай, слезай. Где скрывается помощник? Мы предупреждали вас, стоило прислушаться. Отвечай! Что за? Опять? Так, минус два злодея. Смотрите, автомат нашли. Да, ты не обязан быть героем, но... Боже... Метательное оружие нашли, отлично. Что, тебя освободить, что ли? Ну иди. Спасибо, что спас мою задницу. Иди, иди. Мне не жалко. Что тут у нас еще? Стул, вышки. Послушайте, а куда идти? Ну, должно быть... О, смотрите-ка, строение. А мы мимо него как-то прошли. Строение большое. Так, здесь нельзя войти. Ну, почему-то я так и думал. Так, злодеи, выходите. Алтарь сектантов. Так, ну все понятно. Угу. Что еще тут? Боеприпасы. Генри, я на опушке, где ты заметил следы поджога. Черт знает, чем этот индюк занимался наверху, но сейчас небо чистое. Дым валит столбом. Надо бы взглянуть поближе. Не пойму только, что здесь сектанты забыли. Их куча, они прочесывают лес и кричат. Походу, еще кого-то. Выглядят так, будто давно не мылись. Еще и вооружены винтовками и дробовиками. Только что мимо проехал целый грузовик таких. Пожалуй, я... Черт возьми! Так, сектанты везде. Это все понятно. Это уже не новость для нас. Вон они, голубчики. Так, а сколько здесь вообще? Ну что, пойдемте потихоньку. Что у нас есть? Себя грехи. Стоит наслаждаться каждым оставшимся днем. Приманка, гранаты. И автомат. Ну, не все так. Ух ты, он палит сюда. Да ладно, черт бы с ним. Кто это стреляет? Я! Ух ты! Патроны, как всегда, в неподходящий момент кончились. Дебильный автомат. Ну какой есть. Так, а где мы его убили-то? Чё-то я не понял. Где трупы? Так. Один.
Здесь за камнем есть. Вот. Все тихо, все чисто. Что это такое? Смотрите-ка. О, тут газ, друзья. Я думаю, что мне так хорошо-то стало. Спалим нафиг это все. Это газ какой-то. Вот. Отлично. Так, и куда нам нужно идти, друзья? Твою мать! Слушай, я тут видел, как секта схватила какого-то парня у пристани. Если поможешь ему, может, он захочет составить тебе компанию? Так, парень на пристани. Ну, тоже парень. Так, а здесь что у нас? Затонувшие сокровища, смотрите-ка. Почитаем. Привет, Майк. Я попытался добраться до подземной нычки, но главную трубу прорвало, ля-ля тополя, все затопило, понятия не имею, уцелело ли что. Надо как-то откачать насос в воду. Угу. Нычка. Так, это тут вода-то? Да, смотрите-ка, вода. Угу. Так, а насос? Слушай, да ты сорвал джекпот! Да? Это тут тайник выживальщиков, в котором они нычат кучу полезного хлама. Попробуй попасть туда, снаряг-то пригодится. Мне показалось, или кто-то здесь был? Так, давайте обыщем боеприпасы. Что у нас здесь? Залезть. Залезть мне не надо. Мне нужно... Так, нужен ключ. Ключ, ключ, ключ. А что это вообще такое? А кто это? Ах вы негодяи! Подождите, но нам нужно нычку открыть. Ну-ка, давайте посмотрим, что здесь. О! О! Здорово! Нажать. Это что-то заработало. Лопата или весло? Лопата круче. Так, ключик. Да вот же ключ-то. Отлично, мы вышли. Я так понимаю, это генератор заработал. Друг, мы тебя обязательно спасем, подожди. Вода там. О, блестит. Отлично, друзья. Вот и водичка уходит. Тут что-то интересное 100% будет. Это какой-то схрон. Труба. Поменять эту трубу, говорит, на лопату. Шило на мыло менять не будем. Стрелы. Еще тут что взять? Деньги. Что-то нычка какая-то. Подождите. Вот. Это уже лучше. Смотрите, это лук. Берем, не думая. Лук всегда выручал. Как мы помним по тем... Если захочешь покрасоваться, можешь
смастерить себе динамит. К счастью, у эдемщиков есть все необходимые материалы. До связи. Что динамит? Так, граната, динамит. Недостаточно материалов. Нам нужен взрывчатка и корпус. Так, это поменять. Ничего менять мне не надо. А вот. Смотрите. Нычка. Взрывчатка, корпус. Зачем ты меняешь постоянно? Вот деньги еще. Да хватит менять, ну что задолбал? Так, нет места. Взрывчатка. Ну вот взрывчатка, но мы ее не можем взять, у нас нет места. Ладно, черт с этим динамитом. Пойдемте, там как же светло, когда выходишь из этих подвалов. Хватит мучить человека, вы, извращенцы. Так, а вас двое здесь? Да и они не хотели делиться. Прощай. Грешник, лучше выкладывай все, что знаешь. Мы как Рэмбо сейчас делаем. Где скрывается делаем. Помощник? Отвечай! Убийство. Нельзя! Оп! Держи! Умоляю, вытащи меня отсюда. Да иди, конечно, все. Спасибо, я только помощник. И пришел ради того, чтобы тебя спасти, друг. Не стоит благодарности, конечно. Это моя работа. Что такое? Что такое? Нанять. Не надо мне никого нанимать. Мне твоя помощь вообще не нужна. Найдите члена. Не буду я на... Зачем он мне нужен? Так, а это что? Еще одна вышка. Так. Спалили друзей. Нет, они настаивают, чтобы мы наняли его. Так, ну давайте, ладно. Доберитесь до центра службы охраны лесов. Всегда рад услужить. Помощник, раз уж вас теперь двое, отправляйтесь к центру службы охраны лесов. Он кишмя кишит сектантами, они хранят там свою паскудную глажь. Убейте их всех, пусть святоши знают, с кем имеют дело. Да подожди, тут еще дел дофига какой. Сейчас. Смотри, тут еще одна вышка, а ты меня куда-то отправляешь. Чувак, я тебе не советую так делать. Слушайте, он нас спалит. Хоп. Иду. Не надо никуда, блядь, идти. Тобой управлять, придурок. Ты сейчас всех спалишь. Я точно что-то слышу. В чем там? Так, их здесь трое. Во-во-во, сиди так. Да куда ж ты пошел-то? Все, это все. Верно. Да хватит менять. Что-то полезное. Отдай лук. Взять. Здесь очень быстро меняется. Я настоящий счастливчик. Не успеваешь. Так, обыскать. Что найдем, все наше. Все наше, друг, ты прав. Все, что найдем, все наше. Надо вот эту фигню разнести просто и все. Отойди лучше. Сейчас бахнет.
Вот, красиво. Пепел аж полетел, посмотрите, пепел летит, красота. Итак, друзья, нам нужно куда-то еще пройти. Давайте карту все-таки посмотрим, что вообще у нас здесь есть. Так, смотрите, карта, журнал, остров Дача, остров отслеживать, отряд. Вот этот отряд, вот этот. Слушайте, он нам, наверное, не нужен. Нафиг он нам нужен. Давайте вот так вот сделаем. Удалить. Хотите исключить? Конечно. Мы сами справимся. Рюкзак. Настройки персонажа. Все понятно. Нам, короче, вот сюда. Если что, приду по первому зову. Давай, давай, друг. Я думаю, не понадобишься ты нам. Поплыли. Мочить сектантов. Блин, друг, ты можешь быстрее как-то плыть вообще, а? Да, неудачная идея поплавать. Потому что он очень медленно плывет. Так, что там, пирс? Фиг его знает, на пирсе никого. А вот и сектанты. Так, справа чисто. Вот еще один. Ух, тут целое логово. Вот еще один. Все? Это все? А, смотрите-ка, там какой-то заложник еще валяется. Ой. Ладно, пойдемте. Что там смотреть на них? Валить их надо. О, еще один. Ты где прятался, эй, волосатый? Че ты тащишь? Хм. А куда он палит? Оп. Хреновые кустики-то. Какой, говорит, прекрасный день, да. Я точно что-то слышал. Кто из вас слышал? А, вот и первый. Прощай. Ну, уже хорошо. Оп. Прощай. Ну, пока все хорошо. Давайте у него стрелу заберем и обыщем. У нас нет места. Походу, рюкзак говенный. Угу, двое здесь. Теперь ясно, зачем папаша учил меня стрелять в пяти ряд. Зачем тебе папаша учил стрелять 5 лет. Давайте отвлечем его. Это что было? Только не уходите вдвоем, ладно? Это мне не послышалось. Да послышалось, 100%. Не уходи. Достаточно боеприпасов. Пусть себя, но кто-нибудь их остановит. Хочется его лопатой огреть. Блин. Ну не так я хотел его. Ну ладно. Так тоже неплохо. Вы отлично поработали. Вы? Я! Вернуться. А пока вы там, осмотритесь. Может, есть выжившие. Да что ж такое-то? Ключ, лопат. Почему так быстро меняется все? Так, вот еще тут красавец. Давай, что у тебя есть? Взрывчатка с пультом управления. О, от этого только остался.
скотина. А, нет, вот. Я думал, ты ее свалил. Уполз куда-нибудь. Хотя ты мертвый. Как ты можешь ползать-то? Всем привет. Ты кто? Помоги, прошу. Ну давай. Ох ты ж, черт, спасибо. Да не за что, друг. Что тут можно деньги взять? Ускоритель. Наверное, опять какую-нибудь дрянь делать, чтобы ускоряться и все остальное, инъекторы. Что еще? Почитать. Алтарь сектантов. Понятно. Так, а что еще здесь интересненького у вас есть? Что-то как-то скудно они. Скудно они как-то здесь обитали. Ничего интересного у них нет. Трубы, лопаты. Все. Что здесь осматриваться-то? Нет, подождите. Мне вот это вот, что это? Нет, это какая-то опасная тема. А, это ящик вот с какой-то дрянью. Короче, это ядовитая дрянь, к ней подходить нельзя. Так понимаю, можно одурманиться или умереть, или еще что-нибудь. Так, вот боеприпас. А, вот еще друг лежит. Мы про тебя забыли. Прости. Прости, прости, друг. Забыли про тебя. Так, ну что тут еще? Опять эти ядовитые ящики. Тьфу ты. Так, и что, друзья? Наверное, может, поговорим с ним? И все, да? Поговорить. Сектанты уже не первую неделю ошиваются вокруг острова. Похоже, они хотят обустроить базу на старой станции рейнджеров. Лагерь рейнджеров, аванпост сектантов. Мы узнали у него. Недалеко это? Так, может быть, на карте посмотрим, раз мы узнали. Наверное же есть. Так, это 277 метров. Да не надо за мной следовать никому. 277 метров. Давайте, давайте мы сейчас все-таки возьмем аванпост. Прям хочется мне покрошить этих гадов, которые захватили здесь власть. Ну бежишь ты, друг, очень медленно. Очень, очень медленно. Прям даже и можно сказать, ты не бежишь, ты ползешь. Итак, обнаружено новое место. Почему обнаружено? Мы давно уже о нем знали, нам чувак спалил его. О, кого-то тащат. Слушайте, они вообще кровожадные какие-то. Сколько вас здесь, эй? Упыри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не надо меня палить. Раз. Там вдалеке никого нет. Он за костром где-то. А, вот, идет. Давайте его позовем вот сюда. Что это было? Ну иди посмотри. Че ж ты? Что, говорит, это было? Предлагаю посмотреть. Посмотрела? Ой-ой-ой. Маячка. Как она ее увидела? Я не понимаю. Че, возьмем пистолет и помочь ему? Ух ты! Патроны кончаются. Все. Лагерь рейнджеров освобожден, друзья. Ну, в принципе, нормально все.
все как всегда, как в Far Cry. Ну, помимо дебилов, которых нужно с собой взять. Что тут? А, давайте соберем, наверное, весь лут. Э, а где друзья-то? Спасибо. Возможно, тебе удастся повести за собой сопротивление. Да-да, дальше спасибо. Надо разобраться с радиосигналом. Моя сибирация накрылась, и я не слышу никого за пределами острова. Наверное, радиовышка на южном берегу вышла из строя. Сможешь проверить? Да смогу, что ж не проверить-то. Отправляйтесь к радиовышке. Так, включим запись. Чего она не включается? Не слышно просто. Люди шарятся вокруг, делают замеры и все такое. Думаю, можно предъявить им, что они вторглись на чужие владения. На чужие владения. Да, они чудные и неразговорчивые. Но наверняка встанут, если ты их припугнешь. Разве эти набожные сморчки могут быть опасны? Да нет, конечно. Как они могут быть опасны? Они козлы. Итак, друзья, я думаю, что на сегодня мы закончим на этом месте. Очень даже хорошее, тихое и спокойное место. Мы познакомились с Far Cry 5. Да, думаю, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Увидимся в скором времени. Всем пока.